Ребята, мать вашу, блядь! Аня, смотри! И что? Я фуру выиграл! И что? За 10, за серебряный сундук фуру выиграл! Ну и? Что и, блядь, она 5000 голды стоит! Ну, правда, она уебищная. Ну, блядь, я выиграл фуру за 10. Это гениально, блядь, круто. Я таки думал, сука, покрутить так пару раз. Охуеть. Блядь. Ребята. Сука, жаль, на видос не выкрутил. Ну, как-то не знаю, эмоций таких нет. Но смотрю, Рина, потом хуяк, фура. Бах, думаю, фура, хуяк, фура. Реально фура. Давайте еще разок крутанем, да? Фура, погладить можно. Давайте крутанем еще разок. Кручу, верчу, наебать, хочу, наебать, хочу. Давай, наеби, ну, дай мне галаха, да, блядь. О, прикиньте, 7. Ну, давай еще разок крутанем. Сука, сейчас во все чашки пойду, блядь, в рулетку. А, не неси бумажник. Сейчас и хуечи куплю, и все куплю. Долой компьютер, давай хуечи деньги сливать. Хотя, ребят, на самом деле, жена действительно сказала, купи ты этого хуечи. Будет что снимать, настроение будет и так далее. Я говорю, да ну, Ань, ты что, долбанула? Соня, твою мать! Ты сколько весишь? Ты была маленькая, на мне прыгала. Блин, Соня, я выиграл фуру. Черт. Я выиграл фуру. София, блин. У меня, ребята, 2 фуры. Охренеть. За 10. Но это пиксо не кидает. Может, это так? Взятка? Злой клоун злой. Давай посмотрим, что за клоун злой. Клоун злой, блядь. Что там со звуком? Уменьшим. Что надо, спросим, как обычно. Что надо? Что хочешь? А, да, блядь, поздороваться надо, сука. Какой братух невоспитанный. Чё за ангар-то? Давайте посмотрим, злой клоун. Отряд спецназа, ебать. 7 мест, Александр Слой. Ну, ребята, чё, из клана видите, 27 000, 30 человек из 37. Злой клоун, отряд спецназа. ОСПН, блядь, почему-то так как-то. Вот, ангар не ахти прокачанный, вообще пиздец. Жучная. Так, а чего вот ему надо? Слушай, добавь меня в Фейсбуке. Окей. Потом. Могу идти? Я фуру выиграл. Охуеть, блядь. Спасибо и пока. Все, реально, спасибо и пока. Так. Скидки новые. Блять, фуру выиграл, а я чуть не бесюсь. Записываю. Продолжаю записывать видос. Ну, раз фуру выиграл, Ань. А что ты хотела? Так сходи. А, тебе денежку дать? Неси бумажник. Так, просто, ребята, прокрутил сначала за рекламу 3 раза, а потом 2 раза по 10 крутанул и фуру выиграл. Охуеть, где наша фура? Давайте ее посмотрим. Нет, ну она, я не знаю, не актуальна, скорее всего. На ней, во-первых, повесить нечего, блядь. И зачем 2 фуры, непонятно. Новогодних? Ну давай, бумажник дай. Сколько тебе денег дать? А? Сколько-нибудь это много. На, хватит. Еще добавить? Бумажку? Офигела, блин, что ли. Бумажник-то отнеси. И сдачу мне верни, пожалуйста. Или мне купи какое-нибудь мороженое. Ну, сдачу верни мне. Так, где фура? Фура, блядь, иди сюда. Нет, фура, конечно, весело, но вот она. У меня одна фура, ребят, стопудо. 2 фуры теперь, да? 2, сейчас пролистаем. Наташка, Буч. Не, все, вот Буч последний был. Фура, ребят, действительно, 5 Рина, пару Лео, 3 Галхада или 4, 5 Гарретов. И вот она, ребята, наша вот радость. Вот, фура выиграл, братуха, фуру. Что на нее повесить, вообще никто не знает, блядь, даже я не знаю. Жесть, странная какая-то хреная ботина, блядь, фуру, короче, не повесить на нее ничего. А вот такой, ребята, у нас ангар. Я вместо Паттона поставил фуру, но, честно говоря, от нее тоже толку нет. Она наносит почему-то 33 тысячи урона за 5 секунд, но как-то странно, блядь. В общем, не очень она хорошо ковыряет. 12-го левела было бы да неплохо, но у меня сейчас тараны качаются. И по домашке я просил, потому что 2 ланселота арканных очень жестоко. Я реально, блин, сюда хочу вернуть арканы, потому что ракетная сборка, она как-то... Все-таки лучше, потому что тараны, они убиваются об щит Ланселота, и получается дамага мало. Колупаешь этот щит, и все, жопа. В общем, выиграл фуру, а какой-то радости нет, потому что, ну, фура, она, ну как, 2 фуры в ангаре я ни у кого не видел. Еще ни у кого.
Вот, а спрашивают ребята, где у тебя, братуха, триденты? Очень просто, триденты качаются. Дело в том, что, смотрите, нет, не тут, да, сейчас. Один тридент, он не качается, я его нечаянно ебанул в МК-2, ребят, я его ебанул, вот он сейчас выскочит у меня тут. И он стал первого левела, и, соответственно, на фуру его уже не повесишь. Надо качать его до 12 левела. МК-2, 12. Где он, блядь? Вот он, ребята, тридент первого левела на складе. А, нет, это просто... Вот, тридент МК-2, ребят, на складе 3060 он им наносит урона. А просто тридент 2550. 2550, ребята, и 3060 на 510 дамага больше. 20%, ребят, 20% на 500 дамага больше он наносит. Одна ракетка. Это нихуёво, ребята. Триденты на МК-2 заточить, это будет, мама не горюй, блядь, убойная сила. Но, к сожалению, тридентов у меня очень много. Вот, чтобы, ребята, его прокачать, не нужна голда, как некоторые думают, на 500 голды МК-2. Просто вам надо, опять же, тратить серебро на эту пуху. Вот. Так, на эту пуху серебро вам надо тратить. Ну, а еще и время, к тому же, к сожалению, да. Вот, а на самом деле заебешься эту рекламу смотреть, чтобы один день 17 часов прокачать, ребят, на серьезно, вообще пиздец, заебешься. Так, давайте сходим в бой, пить, превосходство. Ну, фуру выиграл, братуха, пиздец, гениально, нахуй. Своевременно, ребята, своевременные такие призы канают, как Рина, вот некоторые написали, за 10 выиграли Рина. Ну, блядь, что, могу посочувствовать, есть Рина, а как бы... Нет, ну 12 левела Рина нормально с арканами там бегает, я уже рассказывал в предыдущем видеоролике. Но на самом деле он очень тяжелый в управлении, надо надрочиться, блядь. Вот. Я вообще, блин, реально не понимаю. Пиздец, блядь. Одного... Хуй знает, не знаю, блядь. Не, не буду говорить. В общем, карта дальнобойная. Возьмем фуру на тридентах. Фу, блядь. Фуру на зевсах. И, ребятухи, пойдем на правый фланг, наверное. Будем ебать все, что там найдем на правом фланге. Потому что я пару боев уже проиграл на фуре. Вот. Такая, знаете, спокойная, монотонная игра, 500 тысяч дамага набил, ну, на других роботах я тоже маленько поиграл. Ну, в общем, такая монотонная, спокойная игруха, не надо прыгать, бегать, ломать голову, абсолютно появляется похуистическое отношение к победе или к проигрышу. Там триденты получают атрибучетов, и я сейчас тоже получу атрибучетов. Соня, ну не надо, блин, больно! Она мне скоро хребет сломает, эта мелкая сущность. Но иногда, ребята, попадается какой-нибудь пиздню. Соня! Какой-нибудь парнишка, который на требучетах против тебя, и получается, что ты огребаешь по самые помидоры. Ему я вообще никакого дамага не наношу, бедный. Вот сейчас плакать будешь. Вот твою мать я тебе обещаю наградить цветами. Как тогда с Ватой разговаривал. Так, видос снимал. Кстати, что на Вату канал, можете идти смотреть, как Вата зажигает там. Мы с Ватой стараемся зажигать. Я как мог поддерживал его шутки. Ну что ты, Софи, какая ты же вредная! Да я ж тебе не горка. Жди, пока снег выпадет в июле. Бах, парню. Щит ломаем, продолжаем ломать щит. Охуенно, ребята, игра на фура зевсах. Бля, там трибучеты, видите, на правый фланг заходит. А у меня тут пулеметы шкварят, блин. Короче, или трибуха, или пулеметы. Выбирай одно из двух. Жопа с ручкой, ребятухи, вот. Софи меня прямо... Я одного не понимаю, где наша трибуха. Почему она не воюет против трибухи? Я этого вообще не вдупляю. Ни капельки не понимаю сия действия. Вот, требуха должна против требухи. Соня, твою мать, я пропустил плюшку. Я тебя сейчас тикать буду. Я достану свой ножик-режек и как месяца порежу. Бля, еще одна фура на тридентах, ребят. Ой, на этих. Ну иди ты, ну не мешай ты мне. Животинушка, ты моя же животная. Что ты за человечек-то такой? Всем папку затрепала. Ничего от папки не осталось уже. Как некоторые говорят, дочь без отца растет. Да хрен в нос, ребята! Без отца она растет. А, жди! Дожди! Ну, козел, спрятался, короче. Ах, хуй тебе! И вот такие, ребята, вот бои, блядь. Это то же самое, что взять две черепахи и свести их вместе, типа, давайте, деритесь, блядь. И они начинают драться такие. Валяться в грязи. Сука, гениальная игра, блядь. Гениальная хуила, сейчас меня сливают. Ну и, блядь, слава богу. Не знаю, возможно, мне не подфартило с выбором, блядь, противника, то есть не того противника я выбрал. Нагибать, возможно, противник какой-то долбоёб, потому что мы вообще, блядь, взяли все 5 маяков в синий цвет перевели. Вот, хрен его знает, ребята, но что 100 тысяч я не набрал, это уже стопудово, понятно, самому последнему долбоёжку в этой игрухе. Вот, этот форсаж включил тормоз долбанутый. Ну, ничего не поделаешь, придется мне последний единственный маяк забирать, чтобы побыстрее нахуй выиграть. И в жопу ему хотя бы, ну, 1020 бы слить, а. Ну, нормально, ну, пойдет. И то приятно, ребят, приятно, на самом деле. Так, воевать. Бить в спину очень приятно. Вот сейчас мы будем этим заниматься, ебошим ему в жопу.
Да, и вот он такой, короче, щит. Да, ему сейчас в очочило. О, да, со всех сторон, бах. Со всех сторон парнишку шкварят. Блять, ах ты пиздюк ты сраный. Ах ты трибушетник ты недоделанный. Сейчас догоню и изнасилую. Догоню трибушетку и изнасилую. Какой пиздюк там прыгает? Что и откуда я пизды получаю? О, все, ты моя. Ты моя, я твоя. Иди сюда, нагну тебя. Ура, 100 тысяч дамага, братуха зарабатывает 100 тысяч дамага. Честно говоря, я не знаю, почему, но хуечи в последнее время что-то мало. 270 тысяч дамага, ребята, я почти в топке, ну, слава богу, не на последнем месте. Охуенная фура, так что кто пиздел, верни, братуха, фуру, вот такие вот вы утырки, спасибо вам большое. Нахуй я это говно вообще вернул, блядь. Ну ладно, погоняем, посмотрим, что будут подписчики мои, зрители любимые писать в комментариях по поводу этого действа. Второй раз уже повторяю сегодня это слово, прям зацепился оно за мной. Братуха нагибатель. У нас вторник, облачно, 28 ноября. Время 17:38. Нас приглашает сервер. А я уже в свободном полете. Еще раз, ребята, это гениально крутая карта. Ну ее нахуй. Ну ее нахуй. Я ушел. Я покинул. Ну сейчас другого робота просто допускаю, другого человека, и все. И вы заебок, они продолжат играть. Да, нормально, нормально. Все, заебись. Заебись, мы идем дальше. Превосходство. Выбираем следующую карту. В общем, сыграли со мной два клана. Казахстан и Легион. Перед этим еще кто-то играл, не помню, да, были, играли. Вот, ангелы просрали, играли. В общем, больше других игроков нет, прокачанных, половина игроков вообще, которых я знаю, ушла нахуй из игры. Вот. Так что игра теряет своих героев, а братуха продолжает вещать с нищебродовским ангаром. Вот. Вот так с моей извинения, кстати, не принял я в последнем видосе, там где-то в предпоследнем видосе извинился, вот так даже глазом не моргнул, ничего нигде не отписал, типа хуйня, братуха, вот, что отклонил, ерунда полная, не парься, так что вообще, а может он видос не смотрел, а может не передал никто, ну я ждал, и получилось, что, блядь, зря жду, а я вот, ребята, сейчас свелся на этого утырка, и яхоу, действительно, ребята, 30 тысяч дамага прошло, это заебись, так, это у нас робот Кумихохо, нахуй, вот это у нас Кумихохо, и Кумихохо сейчас будет больно, я таки прям. Но перед этим надо сделать этому больно. Ууу, как хорошо-то ему. Ну, мне кажется, он тут больше дамага мне нанес. Кумихохо, ребята. Ох, как Кумихохо зажгло. Вообще фура на Зевсах заебись, но главное 12 левела иметь. Фура на Зевсах. И все будет чики-пуки. Ох ты, блядь, эта фура, сука, ребята, очнулась быстрее меня. Он сейчас должен повернуться боком, и мы ему должны зашкварить. Он не должен, ребята, дойти, блядь. Ах, прокачал бы, блядь, я Зевса. Только, сука, нету серебришка столько, да голдишки, блядь. А так бы позагал бы, и она фул, блядь. Так, это у нас Рино. Рино собирается там что-то. Встает, нет, в позу. Ох, а мои 30 тысяч тебе дамага прошло. Так, Рино мы потом убьем. У нас боком еще одно животное. Вот, еще 30 тысяч вошло. Конечно, 45 тысяч было бы лучше, но 30. Я так посчитал, 30 тысяч. Но опять же, ребята, лучше ломится в щит. Ой, тут прям стадо этих тридентов. Фур, так, давайте, у нас тут тело одно появилось. Ох, как хорошо. Ох, нифига, телепортируется. Отлично, прям зашкварили потока. Давайте направо повернемся все. У нас тут одно животное, мы его сейчас будем скварить. Ух, давай, ребят, если все толпой. Ну, тридентики-то развернитесь, утырки-то, блядь. Маяк-то забирает наш, а? Эх вы, бляди, блядишные, суки вы пиздушные. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мясник пошел, ребята, выжигать, а братуха спрятался. Ну че, братухи, больше всех надо. Нос! На тебя в бочинку, на тебе в пиздушку. Уйди, блядь, фура ты недоделанная. О, хорошо, мы шкварим этому парнишку. Отлично, умер парнишка. А наши маяки-то, ребята, забирают. Забирают наши маяки. Ух, братуха, идет шкварить этого пацанишка. Это, ребята, что, Сонечка? Приехал на озеро, и ты мне не помахал. Ну. Колчине. Ну, потом помахаю. Колчине? Да. Ну как? Отлично, нифига. Ну, дамаг быстро проходит. Что, Софи? Нахер. Ну, помахать. Ну, помахаю я тебе потом, когда поеду, Зайка. Когда? Ну, когда поеду, тогда помахаю. Обязательно. А где я буду? Ну, в окно, наверное, будешь смотреть. Где ты будешь? Я не могу залезть. А что? Ну да, Сонечка, да. Да что такое? У меня ноги какие-то ломаные, слабые ноги. У братушки. Да, у меня, Зайка. Вот как меня сейчас он убьет. Конечно, я братушка. Папа твой братушка. Да, что ты улыбаешься. Смешно, да? Тебе смешношки? Да, я смешношка, а ты морская рыба. Морская рыба. Морская рыба, мы сейчас просрем по маякам, морская рыба. Конечно, ты морская рыба, а кто, я, что ли? Нифига тут нас вообще, блин, обижают. Так, а фуры столпились, ребят, ну, стадо фур, да, я же тоже теперь кемпер. Бульгасара, не, чтобы идти вперед за маяками. Бульгасар, тормоз. Ой, тормоз Бульгасара вообще. Надо за маяком идти, а Бульгасар, тормоз, стоит тут что-то дрочит. Главное, чтобы у меня прыжок успел отдышаться, когда это животное захочет меня чпокнуть.
Ну, сейчас будут фуры на Зевсах меня шквалить. О, да, черт побери. Надеюсь, я правильно прыгнул. Да, фура меня теперь, ребята, не убивает. Зато я чпокаю этого парнишку и забираю маяк обратно. Бля! Жопа. Но ничего страшного. Мясник еще не добрался. Мясник снизу маяк захватит. Не получается, мясник, я уже пробовал. В прошлом видосе. Да мы просрали, как лохи вообще. Лошьё просрала. Фу, команда дебилов. Мясник пытался забрать маяк. Ну его нахер, говорит. Хотя, может, и забрал. Забрал, черт побери, блядь. Но этот мясник нас не спасло. Мы сдохли. Мы все подохли. Подохли. Сдохли. Нет, не сдохли, мы проиграли все. Офигеть. И что загорели, Софья? О, 500 тысяч дамага. Нормально. Ну, я главное, что не на первом месте, меня это радует. Это у меня типа такой бойкот, ребята, я не на последнем месте. Какой бойкот? Бойкот. Это такой бойкот? Бойкот — это когда определенная группа лиц, или человек один, да, в определенной, выполняет какой-то, или не выполняет какой-то жизнедеятельное, там, какое-то важное мероприятие, требуя какие-то сделать ему уступки, услуги или что-то в этом роде. Ну, короче, блин, не знаю. Ну, и понятненько, ну все, и хорошо, короче. А! Хотел поумничать, не получилось. Ну, давай, катай, только что у тебя там холодная палочка такая. Ух, ёпт, ты мне будешь спину катать. Обхожу я стороной, ребята, карту новую. Ну, что-то на Зевсах мне не канает. Жду в комментариях, очень жду, чтобы вы сказали, верни обратно Паттона на Афидах. Молодец, Сонечка. Очень жду, ребята, чтобы вы сказали, верни Паттона на Афидах. Ребята, очень жду просто вообще. Если бы вы знали, как мне на фуре играть не хочется. Все, все, молодец, Софи. Опять фуры, ну здорово. Так, это у нас клан, это нет, игрок Киргизстан, ребята, на фуре с трибучет. Молодец, Софи, молодец. Ты в садик-то хочешь идти? Да. Ну, молодец, в пятницу пойдешь в садик. В пятницу я кашлять будешь, ну ладно. У нас клан Анархия сливается, Фидель Кастро слился. Блядь, мразь. Тупая, почему я-то? Почему братухи прилетело пизды? Ну, считай, ребята, мы выиграем, потому что один вот ребенок Фидель Кастро решил умереть, слиться. Вот, он выбрал всех четырех роботов и сдох. Обед? Обед по расписанию, да, обед это няма-няма, это вкусно. Зевсы. Очень жалко, что они не все 12-го левела. Когда 12-го, прям их нифига не шкварят. Ох, нифига, он куда успел спрятаться-то? Успел. Тычка таракани, ага, вот он этот. Бегает он тут, да-да-да, вот он бегает тут. А я тебе свою обед. Да-да, вари обед, Сонька, вари обед, Сонечка, вари, да. Это у нас Соня, да, тебя зовут, представь, я знаю, что тебя зовут Соня. Ты Соня, Соняная, рыбка ты, да? Рыба Соня есть такая. Ты рыба Соня? Да. Да, вот такая вот. Давай, выйди, попробуй, ну, ты еще там плюхи огребаешь, лошара. А ребята, Фидель Кастро решил, короче, побегать на Корсаке. Ох, почти мы убили Корсака, черт, вроде щит у парня есть. А братуха все равно пиздюлей получает. Давайте мы сольем этого корсака. Ребят, не получается, но почему-то моя фура страдает. Там три дента или что-то. Меня, короче, что-то бьет. Еще один на обед будет. Я столько не съем, Соня. Реально столько вообще есть не положено. Есть нельзя. Вот кто у нас там? Черт, если он прыгнет, меня в жопу будет. Ну ты молодец, Софи. Молодец. Так, давай ты сюда выйдешь к нам, парнишка. Я тебя все-таки долью нахер, свободимся. Вот так я его слил. Блин, там три денты, прощай, братуха. Все, слился братуха на своей фуре. Обосраться и не жить. Пхидарка, слили. Что? Есть. Нифига себе, сколько вкусняшек, ребята. Прямо няма-няма. Сначала один уберу пока. Давай, убирай. А ты мне чай сделала? Нет. Ну давай чай наливай, как не умеешь. Давай, иди, чайник ставь. У тебя кухня куплена, микроволновка есть. Давай, пеки папки пироги. Давай. Мама тебе по утрам блинчики печет. Вот давай папки пироги теперь пеки. Тебе уже 4 года, ты уже у плиты стоишь. Сегодня суп с рогательками готовили, мама с Соней. Офигеть. Вкусно приготовили. Ага, ты на тридентах, а я на кастрюле. Гениально играем. Скажите спасибо клану Анархия, Фиделю Кастро. Ну, каждый, ребята, имеет право сливаться, имеет право играть, как он хочет. О, спасибо, Сонечка. Он горячий. Чистая тарелка, это нечестно, это я тебя так заставляю кушать. Но, Сонечка, давай остынет, и я покушаю, хорошо? Ну, давай. Конечно, зайка горячая. Давай, я по этому. Давай. Подуй, да, подуй, папочки. Ну, а ты научись, давай, дуй. Дожди. Вот, я же говорил, дамажки мало, потому что все в щит. Ребята, попадает все в щит. Вот, и дамага попроседаешь по дамагу, вообще жесть. Два ланселота на таранах, это уже заметно. Офигеть, это что, Рина прибежал? Ё-моё, ребята, это Рина прибежал. Офигеть. Да, молодец, только убери, пожалуйста, на стол туда снеси, я там буду кушать. Здесь нельзя кушать, здесь спальня, Софи. Подула? Да, я попробую, понюхаю. Ох, как вкусно.
Ложку забери. Сейчас я освобожусь, Соня, будем с тобой трапезничать. Франкенштейн, ребята, только что заметил, за нас играет с клана Фир. Передаю Фирам привет. Хорошо, рыбка, хорошо. Даже как-то скучно, они даже в атаку не идут. Че вообще, блин? Да, и тут в игру играю, скучновато получается. В атаку не идут вообще. Ходит братуха. Ты не умеешь играть. Вот когда потом подрастешь, я тебе канал создам, будешь снимать влоги. Каждый день в школе будешь рассказывать, кто тебя за косичку дернул, кто чего, где, почем. Папа. Да, Соня. Мне тоже понравилось. Свои World отбил. Да? Это здорово. Видите, для чего я арканы поставил? Вижу. Сколько-то хоть сколько-то дамага на него наделал, ему штаны надавал. А этот вообще пищук меня обижает. Твой пиво застывает. Сонечка, подожди, сейчас доиграю и... Нет, ну это плазмодоид мне уже надоело, ребят, честное слово. Но арканы, видите, два аркана, они не справляются с этим щитом. Надоело? Маленько надо хитрить. Да, надоело. Ладно, включи другую игру. Другая игра тоже не очень захватывает. Это вот интересная Sony игра, но, к сожалению, не дает возможности в нее полноценно играть и насладиться. Успел, ребята, я подойти к краю, чуть не упал на грани фола. Братуха слил Грифона. В рифму даже получилось. Будем ждать, пока наши арканчики перезарядятся, и все-таки, возможно, сапер подойдет к нам на помощь. Как убрать это? Это никак не убирается, София. Это навсегда. Ладно. Подожди, Соня, сейчас все уберу. Закончу видео снимать, и я твой. Сходи, посмотри, где мама. А, точно, мама ушла. А куда мама ушла? У нас по своим делам ушла. Что? По своим делам. По своим делам? Ну вот мама оборзела. По своим делам ушла. А мы ей разрешали? Она не надо работать. Она не работает, Соня, она уже в декрете. Я тебе открою маленький секрет, только ты маме не говори. Она каждый день сидит дома. Ну, она еще ходит на работу. Нет, я тебе говорю, она сидит дома. Ты слушаешь меня, русский язык, понимаешь? Она сидит дома, потому что она в декрете. Надо ей какую-то работу на дому найти. Она ушла покупать игрушки новогодние на елку. Да, быстро меня убили эти тараны. Странно, я когда против Грифона высаживаю, меня Грифон успевает щит сломать и дамаг наносить. А я стреляю сейчас в этого утырка, и дамага не наносится, и вообще жесть. Какой Грифон? Грифон это вообще такая птица-лев. Такой лев-орел. Он, короче, у него голова орла, а туловище льва. Это называется Грифон, мать его. А еще Грифон бывает в роботах. Блин, вот надо ж в полете еще гребсти. Гениально, братухи, прет, он еще и в полете огребает. Огребать? Угу. Это получать люлей. Угу. Да, Сонечка, получать люлей. Угу. Ну, судьба такая. Судьба? Судьба. А не погибли? Да. Не да, вот я умер просто за одну секунду, нафиг, за одну секунду я умер. Но мы все равно победили. Какой я лезу вперед постоянно. Вот же, живут же утырки же. Вот смотрите, где этот Фир там заныкался. Живет же этот Фир, блядь, и долго живет, ребят. А я вот прямо бах, за пару секунд умираю. А Фир, смотрите, долго живет же. Ну, я погорячился. Но победа, победа. Победа, ребята. Это хорошо, блин. Вверх по рейтингу идем. Опять 500 тысяч дамага. Я, блин, говорю, всегда 500 тысяч дамага теперь будет. Всегда. Даже 200, 300, 500. Ну, то, что 800 тысяч дамага у меня Соня теперь никогда не будет. А что это такое дамаг? Дамаг — это нанесенный урон. Ну, а мы с вами, ребята, прощаемся. Напоминаю... Пока-пока! Пока-пока. Я напоминаю, что, братуха... Подписывайтесь, лайки! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Дизлайки! Дизлайки, да, Соня орёт. И это... Что там я сбила с мысли меня, мелкая дочь? Что я хотел сказать? А, напоминаю, ребята, братуха выиграл фуру. Уля! Давай кликнем ура! 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 Только фура это не нужна, ну, к сожалению. Я бы был бы не против получить хаечи, но хуечи. Но на самом деле, блин, фуру дали. Гирлянда. Гирлянда я уже положил, спрятал. Мы сегодня купили гирлянду 25 метров. Красиво. Тебе понравилась гирлянда? Угу. Еще морковка туда. Причем здесь морковка? Ладно, ребята. Всем пока-пока. В общем, ну все, пока, короче. Пока-пока.